В укромном месте разбиваю сад. Уединение наплыв воров уменьшит. Здесь грозди виноградные красуются, висят. Ни у кого уже не вызовут усмешки. Корпел, потел почти лихих полвека, без продыху, а часто и без выходных. В упряжке с благовестием нередко слышал спевку. Застать нас невозможно полностью одних. И вот мы вылезли в суетный интернет, наш благородный сайт, один из самых лучших. Здесь налитые яблоки, а не дичок ранет. Разделы, папки, файлы доброму научат. Наш сад теперь открыт случайным и прохожим. Не запирается в него ворота никогда. В нем побывавший грузится, не уходя порожним. Стараемся все лучшее на блюдечке подать. На этот сайте Библия уже давно звучит. Архипелаг ГУЛАГ озвучен и доступен. Приветными огнями сад светится в ночи. На нем не гладят вор, столкут нередко в ступе. Вмещает 40 книг, всего одна страничка. Плеяду аудио и видео, и сотни лучших фото. Кто из заблудших этот сад и сайт разыщет, тот удивленно ахнет, вот это что-то. Конечно, зависть нанесет и гадость, старообрядческую желчь, столетний храм. Их под Пурим сведет и сфирь гадаса, разрубит ложь гадюку пополам. Наш сад и сайт космическим условно назову. Есть стол накрытый, царское застолье. Он не потонет в море сайтов, будет на плаву. Не перечесть там файлов и житий там столько. Зовите всех к накрытому уже столу. Будите спящих, в кому влип беспечный. Рассыльных не хватает ревностнейших слуг. На сад и сайте кисти не один. Накормят и излечат. 7 июня 2009 года.